Всем привет! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы с вами будем печь блинчики, очень тоненькие, в которые можно завернуть любую начинку. Начинки будут у нас разнообразные, а после этого мы будем с вами пить чай из самовара. Для блинчиков нам понадобится 4 яйца, 500 мл молока холодного, 400 грамм муки, уже просеянной, примерно 0,5 литра кипятка, 1 чайная ложка с горкой соли, 2,5 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки подсолнечного масла. В кастрюле я разбила 4 яйца. И взбила венчиком примерно секунд 20-30. Теперь выливаем 0,5 литра молока, чайную ложечку соли, 3 столовые ложки масла подсолнечного и 2,5 столовые ложки сахара. Все это размешиваем ложкой. Выливаем 0,5 литра кипятка. При этом нужно помешивать быстро. Ложкой. И теперь добавляем муку постепенно. 400 грамм муки. Тесто должно быть как жидкая сметана. Сейчас мы добавим половину муки. Теперь немножко взобьем венчиком. Продолжим добавлять муку. Так, все тщательно перемешиваем. Тесто я перемешала, после этого я его попробовала. Мне показалось оно немножко недосоленым, поэтому я добавила 2 чайные ложки соли еще. И после этого взбила миксером минуты 2-3. Готовое тесто я перелила в бутылку, так намного удобнее. Сковородку смазать немножко маслом и выливаем чуть-чуть из бутылки. Тесто распределяя его по сковороде. У меня сковорода бабушкина, старинная. Огонь средний. Мы перевернули блинчик. Получился меленькую дырочку. Большая дырочка нам и не нужна, потому что у нас будут вырезать начинки. Если вы хотите ажурные блинчики, то нужно будет туда добавить разрыхлителя в тесто. Но мы его не стали добавлять, потому что у нас будут начинки, иначе они все вылезут из дырочек. Ну вот и приготовили мы с вами блинчики. Получилась целая тарелка. Сейчас я вам расскажу о начинках, чем мы будем начинять их. Первая начинка — это яйцо, зеленый лук и сливочное масло растопленное. Вторая начинка — творог, сметана и сахар. Третья начинка — мягкий сыр, в данном случае дружба, и крабовые палочки. И четвертая начинка — это свежие рубленые яблоки и жареный миндаль. Сейчас мы с вами будем начинять яблочком. Посмотрите, какой блин дырчатый. Мелкую-мелкую дырочку. Но крупная нам и не нужна, потому что у нас будет вылезать начинка. Вложим блинчик, потом яблочко,
распределяем по всему блинчику. Близко к краю не нужно, потому что яблоко будет вылезать. И складываем треугольничком. Вот так вот. А сейчас будет с творогом. Вот он блинчик. В него ложим творог. В серединку. И сворачиваем трубочкой. Так, получилось у нас сладкие блинчики. И сверху посыпаем сахарной пудрой. Слегка. Ну, получилась вот такая красота сладкая. Берем следующий блинчик. Сейчас будет у нас с яйцом. Так, ложим в серединочку начинку. Три ложечки я положила. Потом берем перышко зеленого лука и собираем все краешки в серединку и завязываем. Перышком. Он очень хорошо завязывается. Так, получился вот такой мешочек. Следующая начинка у нас это крабовые палочки. Смотрите, какой блинчик дырчатый. Середочку. Сворачиваем трубочкой. Можно также сделать, сейчас покажу вам, конвертиком. Берем пенок, размазываем по блинчику начинку. И делаем треугольничек. Так вот. Ну, пожалуйста. Ну вот, блинчики наши готовы. Мы налили чай из самовара. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!